Всем привет! Я с канала Ксения Умакова или DNF, и сегодня я делаю это видео на конкурс канала Купи ребенку ТВ. Этот конкурс креативно-творческий, и для этого конкурса нужно было шить питомца для героини Monster High или Ever After High. И сейчас я вам покажу и расскажу о моем питомце. Итак, вот он мой маленький питомец. Я назвала его кота-селедка. И сейчас я расскажу его о том, как я его делала. Сам он сделан из голубой ткани. Я взяла ее от очков для протирания очков. Глазки и носик я сделала из кожи и наклеила на клей ПВА. А зрачки я нарисовала ручкой. Также ручкой я нарисовала ему ротик и усики. И вот эти коготочки. Украшения у него я взяла с заколки и приклеила на клей ПВА. Сшила я его изнутри, а зашила вот в этом месте. Чтобы его шить, я взяла вот эту обрезку. Вот так. И такой котик у меня получился. Также я сделала для него маленькую анкету. И сейчас я прочитаю вам ее. Коте-селедка. Родители, милые котята. Возраст 3 года. Монстр стиль. Люблю всякие модные аксессуарчики. Порода. Голубой коте. Любимое занятие. Сидеть как милый маленький комочек и вдохновлять монстров. Любимый цвет. Нежно-розовый. Особенности. Я могу мурлыкать так, что добиваюсь всего, чего хочу. И также то, что он сказал. Я милый маленький котик, всегда в поисках чего-нибудь нового и мечтаю стать питомцем для кого-нибудь из Monster High. Это девочка. И такая вот интересная анкетка у меня получилась. Здесь наклеечки, стикеры. Вот я нарисовала маленького котика и девиз нашего коте. Будь собой, будь уникальным, будь котиком. Вот так вот у меня получилось. Вот такой красивый маленький котик. И специально для Купи ребенку ТВ я решила сделать небольшой мультик. Интересно, как там дела на Ютубе, на моем канале DNDF? Надо бы проверить. Мяу. Ой, что это было? О, какой милый котик. Мяу. Мяу. О боже, какой милый котик. Иди сюда, малыш. Мяу. О, какой хороший котик. У меня так давно не было питомца. Пусть он станет моим питомцем. Ты мой хороший. И запомните, даже если я не люблю некоторых кошек, на этого голубого коты у меня аллергии нет. Он мне очень даже нравится. Надо бы позвать Рошель, показать ей моего коте. Рошель. Да, Клодин. О, господи, Рошель, не пугай меня так. О, ну ты же знаешь, я же очень быстро. Ну да ладно, Рошель, посмотри, какой у меня теперь сладенький котик. Он будет моим питомцем. О, он просто прелесть. Мяу-мяу-мяу. О, какой славненький котик. О, ты права, Клодин, он просто великолепный. Позвоню Драклауре и расскажу об этой новости. Алло, дорогая Лаура, привет! У меня просто великолепная новость. У Клодин появился великолепный питомец. Он такой лапочка, котик. Голубой котик. Очень редкая порода. Ууу, Рошель, это просто классно! Мне не терпится его увидеть. Сфоткай его и пришли мне. Хорошо, дорогая Лаура. Итак, сейчас мы его сфотографируем и... Есть. А теперь отправим Драклауре. Ну что ж, пока, Клодин. Мне пора. О, котик, ты такой славный. Правда, я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Мяу, мяу, мяу. О, тебя зовут Селедка. О, какой ты милый. Такой славный. Теперь ты навсегда будешь моим любимым питомцем. Желаю и вам всем найти себе такого же милого питомца. Всех люблю, целую, всем пока. Надеюсь, вам понравилась моя работа и вы поставите мне лайк. Всем пока.